Здравствуйте. Меня зовут Василенко Виталий Иванович. Я руководитель наркологического психотерапевтического центра города Запорожья. Около 40 лет я занимаюсь психотерапией, психосоматикой, работал с больными после инсультов, ДЦП, алкоголизм. И около 25, даже более лет, наркозависимость, игровая зависимость и другие виды зависимости. Сейчас мы начинаем проект, начинаем работу в режиме онлайн через интернет лечения. Я хочу эти сеансы направлять и на тех людей, а их так много в нашей стране, которые пострадали от войны. Во время сеанса вы будете, находясь в трансовом состоянии, переживать остро, как когда-то, чувство страха, ужаса, чувство паники, чувство потери контроля над тобой, чувство отупления. Это все будет. И, возможно, даже усиленно. Но зато после сеанса ты в снах перестанешь вспоминать вот эти страшные эпизоды. Зато после сеанса мысли, воспоминания перестанут назойливо, навязчиво тебя одолевать и напоминать. Ты освободись. Это реально. Иногда перейти, еще раз пережить, и сбросить этот груз, и ты становишься свободнее. Я знаю, что многим это поможет. Точно так же, как помогает избавиться от страха, помогает избавиться от своих каких-то комплексов. Я еще раз повторяю, лечение требует от вас отдачи, раз, доверия, два, и желания получить результат –